Ученики IT-школы разработали проект по облагораживанию озера Щёрса, которое находится в районе парка культуры. В их проект входит не только территория самого озера, но и прилегающие к нему местности. Заказчики проекта – местная коммунальная компания. Подробности в материале Юрия Осипова. Проект учащихся IT-школы участвует в муниципальном конкурсе «Формирование современной городской среды». Всего поступило более 10 заявок по общественным пространствам, в том числе и проект по реконструкции озера Щёрса. Час озера еще даже до конца не растаяло, но вполне возможно, совсем скоро по проекту детей здесь будет установлено множество инсталляций, а прилегающая территория превратится в зону отдыха. Сейчас сложно представить, что здесь можно устроить полноценную зону отдыха. Но дети, занимающиеся проектом, приложили к этому все усилия. То есть вообще работа над этим проектом шла 3 урока. Или 4, по-моему, даже. Вот. И один урок мы прямо ничего не делали. Это самый первый урок. Мы просто анализировали. Естественно, первым делом мы посмотрели то, как это реализовано, как реализованы городские пространства в других, ну, то есть другой опыт. Работа над проектом продолжалась около месяца. Все ученики IT-школы предлагали свои идеи. Каждый из них оформлял свое предложение и делал полноценную 3D-модель. Вот дети, они умеют фантазировать, у них хорошая воображение, да, то есть если взрослый человек может, ну, обычно мы думаем стандартно, то именно дети могут подавать очень интересные идеи. Вся композиция собрана из множества отдельных идей, соединенных воедино. Центральная мысль – это природа и экология. У нас это было очень увлекательно, интересно, все было в новинку, и конечно, были трудности. Над этим проектом работало около 50 детей. Учитывая небольшую площадь, не все идеи удалось вместить в конечную версию. По словам преподавателей, дети взялись за эту работу с большим энтузиазмом. Мы должны были взять для всех комфортное, для людей, для животных. И также рядом дорога была, и чтобы была какая-то хоть фильтрация воздуха, кислорода. Надо посадить деревья. Центральная инсталляция – это 7 взлетающих журавлей, под крыльями которых раскидываются фонтаны. Станет ли этот проект явью, будет известно совсем скоро, после подведения итогов конкурса. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.